Фетальный алкогольный синдром. Как выглядят особенности строения черепа и лица у людей с фетально-алкогольным синдромом. И, разумеется, сравнил со своим зеркалем. К счастью, мой губной желобок был в порядке, и моя верхняя губа была толстой. Так что теперь я точно уверен, что я в норме. Статистика говорит нам, что есть высокий шанс того, что мамы некоторых из тех, кто смотрит этот видосик, не прям уж и ангелочки. Ну, это я так, мысли вслух. Но на самом деле, знание этой таблицы – настоящее проклятие, ведь грани, отделяющие одних от других, достаточно тонкие. И как только вы начнете их различать, произойдет следующее. Вы заходите в соцсеть, ваш друг постит там фотку своего чада, и все в комментариях начинают строчить. О боже мой, он такой милашка, какой красивый мальчик. И только вы единственный, кто знает правду.